Всем салют, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, подпишитесь, если не подписаны. И сейчас я вам покажу место, где я собираюсь провести все лето. Вейкпарк Каракуль. Короче, я очень часто провожу здесь время, поэтому решил снимать все, что здесь происходит. Ну, практически все. Не все попадает, к сожалению, в кадр. Ну и как настроен? Да нормально. Отдыхаю что-то. Готов так. Катать? Я сегодня решил не кататься. Сегодня просто чилим. Да, сегодня просто заряжаемся от солнца. Привет, привет. Как дела? Отлично. Что по плану? Работать. Как она? Огонь. Сегодня катаешь? Огонь, огнище. Катаешься? Конечно, тренироваться, еще раз тренироваться, как говорил Ленин. Так. Кто у нас тут чилит? Что делать, что говорить? Не знаю, говори. Что? Как настрой? Добрый день, все круто, супер, понедельник вот такой. Все по кайфу вообще, да? Такими должны быть понедельники. Да. Сегодня катаешь? Нет. Почему? Лечил. Что должен знать новичок перед тем, как ехать? Как правильно стоять на воде и как правильно чилить. Все. Ну, самое главное, чилить. Как настрой? Заебись. Чилим? Конечно, чилим. Кирилл, идет. Давай поплаваем вместе. Красиво на закате. Я буду грести. Тебе понравится? Нет. По планам. Так, по плану всех обучать новым трюкам. И 29-го готовятся к соревнованиям. Блин. Добрый вечер. Я хотел поднять шляпу. Да, что у тебя, все по кайфу? Все, валяешься? Ничего не меняется. Ничего не меняется у тебя. Все нормально вообще. Такой клевый вторник. Разминочка перед поездкой. Что сегодня будет? Да хрен его знает. Как озеро соблаговолит. Понятно. Все зависит от озера, а вот этого хрена. И от этого хрена. Как водичка? Водичка вообще огонь горит. А как кальян? Кальян тоже огонь горит. Потом на видео отвечаешь, ладно, спейри, смотришь. Пожалуйста. Нет. Минутка Ксюши. Одень очки, нормально будет. Глаза снимай, подожди, еще 30 секунд. Рубашку подними, вот так спрячься. Она вчера подняла, там Дэн упал. Сейчас будет раздача стиля. Ваши оценки. 5-0. Нифига себе. Да, он сказал, слышь, ты гандон, убери тачку. Это он мне сказал. Вот они, фанатки Дэна. Хотим тебя, детей, Дэн. Вилкой в глаз или швабру раз. Дэн. Бля, работа на камеру. За что не платят? Смотри. Сто процентов внимания только на катающего райдера, никаких отвлеканий. Угу. То есть я управляю им, и я должен контролировать все его действия, чтобы он не мог никуда влево, вправо, там лишних движений не сделать. Вовремя остановить. Угу. Очень важно. Оператора отвлекать не я. Окей. Тимар, пошли покурим, а бросит. О, кальян такой был. Камер Симпсон на заводе. Дети. Бойню хочу, одну на завод, Ден, другую из. Вон там. Рядом, вот. Ha ha ha!
Молодец. Услуги массажа к Путину. Все, что ли? Да, я так с ним поздоровалась. Нифига себе у вас. Поздоровки. И на себя подтягиваешь. Вам. И вот это время, ну, когда ты начинаешь приземляться, да? Вперед не заваливаешься. Чуть-чуть на пяточке, ну и баланс держишь вперед, ну, назад, чтобы не вперед завалиться, и назад. Но лучше чуть-чуть назад завалиться, чтобы потом плавно вылезти из воды. Я вообще просто рано прыгала. Вот до этого ты сейчас, видишь, назад падала. А сейчас ты вперед уже. Лучше назад падать. Здорово! Эй, куда побежал? Стой, стой, стой. Как будто ничего не было. Вот это. Готовишься? Готовим. Бок. А эту просто согнуть, сосредоточиться на ней, на пятке. Что покажешь? В лоб смотри. Интересного. То, что тренер сказал. Здорово. Спасибо. Будь здорово. Здорово. Спасибо. То, что доктор прописал. А сейчас да, вообще да, в том, что ты отдаешь силу. И ждем. Ой, моя, блядь. Я брал, я в рот. 5 минут полет на базе. Офигеть, я села. Пиздец, страшно. Очко вот так вот жалось. Как глаза. Ваши ошибки какие? Ну-ка, скажите нам. Вы хуйня. Все, итог. Это СБН. Отбитое ребро, заложенный с носа. Погнали. Покатался только что, сделал рейли, бэкролл. Короче, приезжайте катать сюда. Тебя можно только снимать, и все это уже будет приколом. Одни инвалиды вот все так, тут что у нас там ходят-то? Бички. Опа! Че у нас тут? Бичуха. После покатушек самое то, да? Ой, блин, горячо. Хорошо здесь. Отвлекаешься, как-то не думаешь ни о чем. Кайф. Давай скажи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Блять, пиздец, ты меня зашел. Пишите комментарии. Да! Пацаны готовят доску, да? Доски на старт. А эти доски отличаются, да, чем-то? Ростовка. От всех? Ну, то есть они все разные? Да, фирма, они... Ростовка там, длина, ширина. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите новый выпуск.